Today is the 10th of September. Today, the city of Gomel celebrates its anniversary. First time in my life, I see this fountain is working. First time. I tried to record this fountain in the summertime several years, but I failed that time. And now it is working. Quite interesting. What a beautiful fountain. Let me start to record what is happening in our city of Gomel today. This is the first cloudy day in the last 2 months. Yesterday it was sun, and one day before yesterday it was sun also, but today is cloudy. And it seems to me that soon rain will start. Do you see this pavement? I like such kind of pavement very much. I want to walk a little bit. First, I want to visit the square of Lenin. We will look what is happening there. And later I walk a little bit along Sovetskaya Street. Wolf on the street. White wolf. Do you see it? The road is closed for the vehicles. Thank you.
Она просто делает красиво. Она красивая. Да, кстати, классно. А мне только дала. After visiting the square of Lenin, I want to visit the square of Pushkin. It is located about 1 kilometer from this place and this direction along Sovetskaya Street. Thank you.
Алиса. Чому ж он нам сказал так? Ми тепер уже хотим. Thank you.
Не, это еще это не самое хорошее. А почем виноград вот этот вот? Это преображение. Почем? 12 рублей. Нет. Зеленый 10. А вот этот? Тоже 12 рублей. Там сняли. Сейчас я потом расскажу. Кого-то нашли? Да. Все, Петр Иванович, работаем. А расскажите, пожалуйста, что за фестиваль сегодня проходит? В чем его вообще суть, сколько участников? Смотрите, он на следующей неделе будет. И откуда? Это уже не первый. Это уже шестой. Потому что у меня максимум 60, а у тебя делается по себе. И вот к нему все очень приятно, Николай. Кири Громыко. У нас то есть, то, что осталось, это плюс. Это кисло-сладкий, да? Этот вообще сладкий, но гармоничный. Такой слонов. Светина. Вот это вот сладкий. Это перед. Вот этот самый раньше, что ли? Он хаски, да? Дальше. Знаете, все зависит от года, от того, что очень большая. А если сравнивать восторг, например, или сладкий? Восторг просто сладче. Он сладче, да? Да, да. Почему сладче? Он раньше созревает, он созревает в августе. Может висеть, чуть ли не вызвать. Его оса не трогает. Было полусладкое, но уже разобрали. Я понял. Оно такое, да? Давай, подай. Фотографируй, потом будем у тебя смотреть. Вон, умеете. А на стенде сгладит. У Мэйка там, наверное, есть пару сад. Сейчас мы будем думать. Мы сейчас почем они вообще на ноги? Ну, я тебя потом куплю. Попробуй, что вот аркадий.
идем машине, мы не сойдем. Пока он стоят, как между собой. Да, это он как-то так, это же Верушка, я. Водичка Люка, одна из лучших. Возьмите. Да. Нам почему подарила? Да, какую? Ну, Понятно.
много таких штук. А бывает полицейская? Так это 12? Thank you.
Part of the city, you can see a festival of meat and dairy products. Meat and dairy products. Как думаете, какая самая знаменитая пицца, которая известна во всем мире и чаще всего готовится? Кто говорит? Ты первого неправильно говорит с комплектируемой мухами, которые по лицу не кажется легким пиццу. Это итальянец. Си, да, итальянец. Я, наверное, на итальянском надо. Точно не могу. Сейчас на своем барфесте Мегара приготовит пиццу с моцареллой барфест и научит вас правильно раскатывать тесто для пиццы от итальянец. Внимание, работает профессионал, как мы уже видим, но мы рекомендуем повторять и учиться делать так. Самое главное, никаких скалок, потому что мы объясняем. Да, если можно, откройте вы, пожалуйста, посмотрите там. Ну, мне тяжело, у меня еще рука после операции. Ну, там, короче, пустая коробка из-под камеры. Ну, вы откройте. Да, секундочку. Такой порядок. Ясно. Вот эта коробка от этого. Пустая, а эта коробка, да? От этого. Да, пустая. Пустая вот. Все, все хорошо. Ага. Да. Артём! Она больше сыра. Вот тянулся был. Растягивался. Это он намекает на то, чтобы покупать больше сыра в Бартфеса, чтобы он был самый вкусный пицца. Все полезно, натуральный, поэтому готовят только мало. Также больше надо... It was a security check at the entrance. Полезные. Но так как мы готовим самую популярную пиццу, которая занесена в книгу рекорда Гиннесса, это пицца пепперони, обязательно колбаска пепперони. И закидываем пиццу в печь. Она будет запекаться при температуре 350 градусов
350 градусов. Записывайтесь, снимайте. Дальше она будет готовиться буквально 2-3 минуты. Ну, может, тогда сделаем конкурс большой с нашими желающими участниками. Давайте нам нужно 3 человека, которые попробуют раскатать тоже тесто, и у кого получится более круглая форма, более большая. Вот такая, да, по диаметру тонкий, получишь подарок. Кто желает? Кто разрешит выйти? Давайте, зайчик выходи, мальчик тоже выходи. Давайте взрослого какого-нибудь, чтобы так сказать. Ну что, перемешиваем, и у каждого держите тарелки. Ну давайте тоже перемешиваем. Только осторожнее, потлеть, вот, я молодец. Я перемешиваю. Видите, раскатывают все, что делаем? Я даю кусочек, а не едите. Это же первого участника. Что ж, подготавливаются наши участники, да, чтобы не запачкаться. Правильно. Вот, помашите. Делаем не блины, а пиццу. Не забываем, вот. Да. У нас настоящая итальянская пицца. С настоящим сыром. Так, ребята, ну что ж, смотрите. Ильгар покажет сейчас, как правильно делать, а кто лучше повторит, тот и победит. Я думаю, 3 минуточек нам хватит. Задача. Вам нужно рассказать. А третий, подождите, третий участник еще хочет поучаствовать, но ему пока. Вот так. У вас есть время, буквально 2 минуты. Спешить не надо, нужно раскатывать равномерно тесто. Сейчас я покажу, как это делается каждому. И просто вам ваша задача попытаться его не разорвать. Но если порвется, ничего страшного, мы его заклеим. Но кому в диаметре будет больше, тот и победил. Поэтому, смотрите, я вам покажу. Вот так вот пальчиками делаем. Сейчас я с этой покажу вам. Быстренько раскатаю немножко. И дальше вы просто... Мне кажется, Ильгар будет забрать все подарки себе, да? Обычно. Сам раскатать и выиграть. Да, дальше, Ильгар, просто... смотрите. Дальше просто вы берете тесто. И вот такими движениями круговыми раскатываете. Так, крутим круговыми движениями. Да, молодцы. Так вот пальчиками можно сделать. И никаких скал, запомните, никаких, только руками. Правильно, молодец. Вот так пальчиками. Вообще классно. Жека, слышишь, затушишь? С детства можно обращаться очень нежно. Его нельзя растягивать, закрывать. А еще можно под ногу, да, как вы понимаете? Ну, ребят, я вам не советую повторять, потому что... Занимайся. Немножко, да, волю нашим участникам, чтобы они тоже немножко сделали. Все-таки это конкурс, кто-то что-то победит, подарки будут классные. Все получат, но победитель получит, знаете, что. Сейчас я скажу, что, и вы у вас как бы будете ждать. Так, я сейчас найду. Так, видите, вы поняли, я пока еще. Арина, иди сюда. Победитель получит доску для пиццы. Вот так вот. О, сразу давайте, больше тебя надо делать. Свиной штучки нельзя. Все, 3 минутки истекло, и нужно определять. Ребят, нужно определять, у кого же получилось больше. У нас есть, я так даже знаю, рулетка, конечно.
Еще и ремонты делать, и газ. Очень хорошо. Штукатурку кладет. Ровно получается. Первое место. Как мальчика зовут? Ваня. У Вани получилось. Давайте смотрим по сантиметрам. 41. Замечательно. Давайте поаплодируем Ивана. 41. Так, как тебя зовут? Родион. 41. Родион тот, что один. Девчонки, как ты зовут? Арина, зайка. Арина. 42 сантиметра. Так. Вот так вот. Я всегда знал, что зайки любят пиццу. Сами готовят. Да, у вас уже подарок есть, специальная доска для приготовления. Там вы достаете подарок, да? Это с доской, да? Давайте поаплодируем. Вот наша победительница Марина. И, конечно же, я думаю, все участники тоже поэтому у вас это жительница и подарок. Я уверен, там. И вот пицца приготовилась, смотрите, как быстро это делается. Мы поели, так пойдем Сашке найдем. Ребята, да, ребята, а вы потеете? Вы потеете, да? Давайте поаплодируем еще раз первому ребенку за представление Бомфеста. Вот такая вот презентация от ребята. И, конечно же, я приглашаю на эту сцену с песней Music Kids, локальная студия. Я поиграю в ваши цветы. Большое, большое, большое.